А, все, спасибо. Там сферы лежат. Думаешь, да? Забыл забрать, значит. Давай я сейчас тебе скину. Сейчас, погоди, я релогнусь там, включу этот ебаный лутмастер. Так, лутмейджик. Так, ну давайте дальше идем. Так, ничем, наверное, вылетел, да? Все. Все на колени тут. Сейчас я сказал релогу. Так. Идея у нас мало. Идем опять в три танка. Первый танчит Void Beast. Сразу. Потом Ваня танчит. Потом Зигспал. Да, руки будем бить сразу. Сначала правую, потом левую, потом босса, потом опять правую. Буду говорить по команде, когда капли кидают, все такое. Кстати, с пула дадим рост еще. Минус 5 у нас. Так, Ваня готов? Все, пули, ну какой я танчу? Вторым танчишь? Вот, отлично. Все, надо будет капли осталось, покажешь. Все убьем. Правую руку бьем, сейчас метку кину. Ваня, забирай босса, давайте рост. Правую руку, это звезда. Так, Зигспал, забирай, играйте в левую. Танки, которые не танчат босса, забирайте на себя осколки, потом забьем. Не, можно бессмертие по ходу дела сделать. Зигс, так, вот, забирай босса. Появится правая рука. Зигспал, даешь каплю на Войда. Я должен. Так. У нас пропадет. Надо давать, когда у босса две, одна рука правая. Подожди, страшно, ё-моё. Гальсуль, да, давай. Играйте в правую руку. Зигспал, давай каплю на Войда. Все, Ваня, забирай босса. В руку правую играемся. Быстрее правую руку. Ваня, прожми сакру. Зигспал, забирай босса. Играйте в левую руку. Осколки забирайте на себя. Что за Дарт Вейдер с нами? Где? Зигспал, давай сакру. Так дышит, так в этот. Не повелал. Давайте добиваем босса. Сакру прожимаете, там которые есть. Дела. Блять, ну харзу, ну ё-моё. Сакру прожал, блядь. Тебя кто-то просил обломки бить. Так, а в архив это мне где сдать надо ключ? Рядом с Ангалоном? Да, уже потом сдашь. Все равно хард не будем делать сейчас. Ты пацану. А, все уже. Давайте вот это. Надо танки кому-то. Это протопал. Это. Кидай мне кожу, если никто не ролит. Да, катит.
О, тут инфима красная карточка. Нет, идти на пару минут. А с кого теперь идем? С Калагарных. А, нет, Саури. Пускай будет с Кадира. Ринсли, ты в РК еще? Надо будет косты сбивать этому боссу. Ринсли, собьешь каст? Ну, ну, вылетел. Плохо. Надо релогаться, да, вот. Так, идем. Да, идем, идем, идем. Ладно, ждем здесь. Будем здесь бить. Нас мало, поэтому просто будем убивать без ачив. Сначала убиваем 4 мелких мобов. Их держат 2 протопала. Зигспал, точняк. После чего становимся все под боссом. Желательно звездочку. И бьем босса. Будет 2 луча от босса. Один первый луч призывает мелких мобов. Второй луч одного моба. Некий защитник. Его тоже надо будет сливать. Точняк и зигспал, вы его там увидите. Мы его сливаем. Все. Все просто. Надо сбегаться. Если... Да, если вас босс зафирил, да? Пропадает фир, вы сразу сбегаетесь под босса, потому что у него есть скилл, называется ультразвуковой визг, он наносит 100 000 урона, но он делится между каждым игроком, который попадает под этот луч. То есть если будет 2 человека стоять под, он получит по 50 000 урона, вот. А если там 25 человек, то 100 делить его 25, там 4000 получит человек. Да. Нелиса, давай повесь антифир на... А, Вой, ты же можешь антифир снимать себя, да? Ну, у меня да. 3 минуты. Я косты не сбиваю, это бессмысленно. Я имею в виду антифир с себя снимать. Ну, один раз могу. Ладно, Нелиса, кидай на Войда антифир. После следующего фира Ла кинешь антифир на Войда. Чек на пул. На колени ты тут. Идем в 2 хила без двух. Все в часовых играем. Протопал, разведите в разные стороны мобов. Наносит урон двоими. Вы слабо развели их. Эндряга, подымай Харзула. Да, эти мобов быстрее. Помогайте бить мобов. Давайте, пристабав лапу, каску по локам. Ладно, ничего страшного не случилось. Просто стойте под боссом и дамажьте его. Антифир похуй. Ладно. Главное, пожалуйста, танки ставьте тем большого моба и все. Так, отбежали от луча. За звездой побежали. Сейчас дикий защитник выйдет. Играйте все в дикого защитника. Я, пожалуйста, можешь не забирать. Становитесь все под мордой у босса, играйте в дикого защитника. Сейчас появится лужа под диким защитником, смотрите, от нее мы отбегаем. Все, прячьтесь под босса, под морду будет быстрее, сейчас будет визг. Слушай, можешь отвести босса подальше от лужи? С этой лужи будет выходить следующий дикий защитник. Просто подальше от этой лужи. До визга еще много времени. Давайте, становимся под босса, все.
под морду босса. Так, защитник вышел. Играйте в защитника. Виск, сука. Ну, ничего страшного, повезло. Играйте, дружочек. Все, убили. Стали под морду опять. Да, 4 ляма снимать за каждый эфир, это мощно. Так, после эфира сразу под босса все. Сейчас третий защитник выйдет. Играйте в третьего защитника. Слушайте, может, давайте сделаем защитника? Уже третий вышел. Да, как хочешь. Босс опять лямов вышел. Отойдите от лужи. Давайте опять под босса. Че, отвезти куда-то? Ну, желательно. Ладно, чего не критическое. Главное, отбегайте от лужи. Вот развук сейчас под босса. Давайте все под босса быстрее. Прожимайтесь, кто под боссом, кто побил, прижмите. Сейчас еще один дикий защитник будет. Давайте дикого защитника играем. Что там будет проблема его спаунти? Нормально он паунтится. Ну, реакции нету. Ну, давайте добивать там 5 защитников, это еще надо ждать. Я скажу, 3 минуты. Да, надо каст сбивать просто. Видите, что бывает, когда каст не сбивает. Я угораю, как она орёт. Понты. А, в хилах нет, подожди. Что там, маг-то где сдох? Ну, это развук. Не можешь. Два-два тотем, прям, сука. Пиздец, лохи, блядь. Они же красную получили. Ну, боковую сами сагрили, виноваты сами. Не знаю, или откинул, или шо. Ладно, ничего страшного, сейчас убьем. Фрэнки Де Йонг забил. Зиг спал сакру. Вратарь красный просто получил. А чё там маг делал вообще? Где? Я бежал за Войдом, чтобы он загрел трэш, а он пошел сдох в трэш. Не понимаю, зачем бежать за ним. Блять, на мне черях висит, что я с ним сделал? Я пока не могу использовать эту способность. Надо подождать.
Рок 6 КГС, Сопелька, Ник. Что за знакомый Ник? Сопелька. Виртуально. Ночного, наверное, мы уже не сделаем. Конечно, если слава будет, пока ты дохнешь. Тут, ну, это... Для этого чего надо 25 человек в рейде? Так, ну что тут надо делать? Время боя просто двигаться, чтобы не получать дебаф, который наносит вам урон. Забегать в эти метки, бурые и белые. Да именно забегать. Назик спал в ДД, Ваня в ДД. На колени в ДД. Данты напуливайте на лапку. Сначала надо слить эти НПЦ в глыбах. Дадут нам бак. Чё, погнали? Здесь постоянно, чтобы дебаф не получить. Не стойте в метках. И вас откидывает. Двигайтесь в кучке. Давай, тучка, не двигайся. Двигайте. Двигайте в лучи. Двигайте бафы. Так, смотрите, видите, возле вас большие метки, на границе с ними встаньте и все, забегайте теперь, бегайте в снежный ком. Вот так всегда делайте. Давайте, Рост. Сейчас я, наверное, у меня кастуется звездная боль, на целых 6. Все, ладно. Слышу, давай, двигайся. Опять метки. Метками. Теперь забежали. Да он ты не забежал. Поэтому его. Я вылетел, походу. Давайте склепы с НПЦ, со слышоном тоже. Видите, эти лучики. Опять становитесь на дверь. Идет снежный ку. Двигайтесь. Пойду опять на границу. Слушайте, мы успели за 2 секунды до уничтожения. Свободен от
Удачи всем. Давай. Только работает вообще, или все молчат? Работа. Держит, ты тут? Агри, а не, подожди, не агри, я забыл, что мы с Джерем. Или бой спадет. Там один остался.
Хант написал Мамамия 6.1, надо или нет? Не, не надо. Давай, Эрзол поставить шкаф. Да хуй, папера ЖКД вроде, блядь, он же ходил, пал с нами. В пятницу. Ладно. Джерин, ты зашел в РК? Короче, весь рейд, смотрите. Видите кружок возле моба? Вы там становитесь на первой фазе и ждете трэш. Никто никого не агрит, пока танк не заберет на себя. Я пойду в комнату. Войд. АДК 6.8 нужен? Сразу ник на спам бери. Да, типа... у вас типа список ЧС есть? Спам какой-то ник знакомый, это рак. Да, у нас есть список ЧС. У нас даже черный блокнот по IP есть. Стоит брать кого-нибудь. Типа мохитушки, да? А че, кикнули его что? Или он сам лево? Кого, мохито? Спама. Меня испугался. Да я его кикнул. Джерин, ты тут? Ладно, Ринслер, я, Войд и этот, Джулиан пойдет в комнату. Ты пропал. Вот тут. Эти кулак по ханту. Мы не поняли, кто в комнату, там Ринслер и все, вот это услышали. Обычку делаем. Ринслер, я, Джулиан, Войд, Бист. Даже не знаю, кого еще взять. Джерриона пускай наперед. Джеррион, ты тут? Погнали. Сав, ты нового Ведьмака играл, ты тот, которая карточная вышла? Не буду, наверное. Незваные гости. Мы делаем обычный режим, так как у нас тут 20 человек. Мы же хоть не стоим под молниями. Чего он не забежал? Не было. Ну, точку все станем, как поводим. Метку поставь на себя. Зайти в льду. Заходи, да, как он. Жилья, хорошенько хить танка. Сейчас убьешь моба, отпреснешь или... Джерриан, блин, ну чё ты не зашел в комнату? Сказал ли зайти в комнату? Нужно йоги? Чё, мне реснуть его? Да, на мемироне. Я уже ресну. Курим, убьём. Кружок сначала бьем. Налево все перешли. Направо. Бля, опять налево.
Давайте попробуем мистер под молнией сделать. Мне кажется, это да, я не права. Меня слышно? Нет. А, меня слышно? Да. Обоих слышно. Кампина или кампуна лог. Надо 6.5. Не знаю, потом может кампана вообще. Или кампана. Ну это какой-то с легенд. С легенд, значит, видно. Слышно теперь? Да, да. Да, тебя слышно. Я слышно. Поставь там метку, пусть они в тебе стоят, я положу его. Нужно подойти. Да я на себя поставлю. А у меня тоже это ачива здесь нет. Че, не стой под молнией делаю? Угу. Нет, открывается. Что-то вы там долго. Да. Тут у меня перса по таймеру 2 минуты. Такая же ерунда. Джерри не зашел в комнату, вот и 2 берса. 2 минуты берса. Вы на каком сейчас? Тори. Да, на Тори нет. Это Мракс спрашивает, который в рейде. Допускайте уже. Вы решили бросить вызов. Давайте рост в звезду становимся все. Где его поворачивай? Звезду становимся, звезду отбежали от этих молний. Кто там, Макс, ты, это Венс, отбеги. Ну вот, звезды нет. Ну дай, ну... Не оставь. Под ноги стали, под писюны ему встаньте, встаньте все. Ну, становитесь. Я, кстати, не могу. От писюны вкусно. Уже пробовал? Нет, я не хочу. Не знаю, по-моему, провалили. Давайте обратно. Ну, не знаю, не писалось. Андрей. Давайте, поворачиваем. Под ноги все. Звёзд... Ну, теперь точно провалили, наверное. Авенс, подписку. Типа, а что за хуйня? Ты думал, Слава убила? Да. Под босса, становись под лицо. Мы почти сделали, чего?
снимаем. Резните, пожалуйста. Дистанцию надо набирать во время молнии. Босс копит энергию с этих столбов, которые к нему идут. А потом разряжает эти молнии в рейд. Там они где прессуют. Да, да, я знаю это. Ладно, ребята, я понимаю, все-таки команда встать в звездочку под босса — это сложно, поэтому... О, план, так все, мы расходимся? Заебись. Я пошел, всем спасибо, удачи. Да нет, мы проедем. Ну, давайте, надо кому-то поезд. На Редрик буду одевать. Да, он Ролани лучше. Ты шо он там ролит? Так я ролю. Там тут поезд, короче. Мне не надо, ладно. Охуенно ролл. Идем дальше на Фрейю. Фрейю полегче будет. Стойте, там хилов нету. Куда вы ломитесь? Надо сомануть еще двоих ребят. А че, на Хадира пошли что? Так убили его уже. А, блядь, ты плюнах. Нет, будем просто убивать. Бабы рейд. Я бы вырубку сделал. Дать гимна ману или нет? Не надо сейчас пока. Ни одного осколка. Подождите, не агрите босса, поставьте шкаф, притирайте. Сзади суммоните, нажмите просто и все. Каску друидам дайте. Каску интеллект, приставал. Да, и попрестующую каску. Давно у нас две ульды не было, да? Лапку иду. Марак, готов? Ой-ой-ой, сейчас бегу. Блин, это ж я только сейчас понял, у нас нету... РДК нету. Горной нету. Я это термон ставил. Чё, похаваю, ребят? Дайте ГТУ и лапу. Сейчас, да. Чек. Инту еще. Маги, дайте инту. Все подтвердили готовность, идем убивать босса. Пула рост там, кто умирал, просто жми одну кнопку в босса и все. Давайте все под босса становимся. Давайте рост.
Кейзенберг. Ваня, забирай на себя мобов. Мобов не бейте, бьем босса. Хватит опять под босса. Ставим туда. Деревья сливаем. Нету деревья, блядь. Следуешь. Ах, мобов кто-то загрел. Ничего страшного. Давай сакру. Давайте босса. Изи босс. Благодарю вас, герой. Очень сложно. Формулу кому-то надо. Бля, почему Габр сломан идут, сука, не падает, отереться ебаная. Химики ролим. Че, Мимирон сейчас идет? Это надо кому-то. А, слушай, да, Ларь, я выиграл. Житник. Сука, нет, я не выиграл. Или выиграл. Давай, Ларь. Так, на Мимирона там портал обрубания. Давайте завтра пожарника будем делать уже в третьем где. Че гараж, блядь? Чем еще? Тебе надо, Ларри, или я его раскрою, потом тебе передам. Это куда идти? Искра воображения. Держи. Ага. Блять, у меня места нет столько. Ёбаный. 100 бесконечной ярости, 14. Стой, стой, погоди, блядь, сейчас повыкидываю все нахуй. Нет места. Давай еще разок. Все, да? Я так, тебе еще не дал ледяного змея. Давай, давай, давай. Ебать, я богатый. Если надо плюс 0, зовите фулбисовых, тех, кто знает тактики. Там люди на поезд поехали. Ну тут плюс 0, нам дает 3 человека плюс 0. Этот Хайнсберг, по-моему, вылетел, у него нет вышло. Два захилить, я думаю. Да, там нефиг делать хилить, наверное. Ай, ДЦ, на первой фазе сиди просто на войде. Ток, исповедь, зубы можешь кинуть, если делаешь остальные фазы. Я не знаю, как вы будете плазму захиливать, как апарты в курсе за плазму. Так это плазма ауешный урон. Не-не, сейчас ломкану. Или ты про тот дебаф, который на танке вешается? Ага, там 150 тысяч урона. Поезд хулипал. Ваня. А что? Чё? Килиш. Не бьём справиться, РДЦ.
Я не знаю, могу покидить. Сейчас хайдер крюка зайдет. 25 тысяч за 6 секунд захилят. Не-не-не. В секунду, блять. В секунду в течение 6 секунд. Да. Это 150 тысяч. Что-то много. Да. Прожмешь дубовую кожу. Она не спасет. Ну, вайпнемся, вайпнемся. Смотри, дубовая кожа сколько снимает? Уже 20%. Снимет 20%. Уже снимет 30 тысяч, уже 120 надо захиливать. Ну, мне 70 всё. Ну, думаешь, 50 тысяч не захилить? Ладно, чекаем. Плюс там, ты не забывай, что еще, ну да, 3% снижаем урона ДЦ. Еще 4500. 10%. Шаман вешает, его нету. Там огонь. Ну, ты ж не будешь в огне стоять. Перекиньте Хайнсберга в РК. Там еще огненные просто. Все готовы, погнали. Дайте магии интеллект. Пробуй мину взорвать там, не топчитесь. О, да. Что там такое? Ну, можно не взрывать. Там уже взорвали. Только, РДД, отбегите подальше от босса, поставь в центр его, что ли. Отбежали от босса, отбежали. Смотри, сейчас вот он, смотри, хопа. Ты, ладно, ты не знал. Ты не знал. Такой. Да, Слав, плазма тебя пробивает вообще, прям. Так я прожал. Там без проживок похилили. Там ключ 6400, блядь, 32% твоей прожимки. Ты как нуб на лече прожался под жатву, короче. На лече надо прожиматься. Не, там нубы, нуб прожимается сразу просто. Ты же сам тут прожал. Да-да. Далее зашел туда, внутрь. Тут пусто. Скрин форумбан. Так. Будьте добры ознакомиться с новейшими технологиями Беларуси. Патриси уже нет, так что. Главный лидер Лукашенко перед вами. Логика подсказывает мне, что нужно прятаться от вот этого дула, который наносит урон. Что подсказывает? Давайте это сделаем. Логика. А, ну я скажу за 10 секунд, когда будет обстрел. Ну я последний раз так договорил. Минус 3 ДПС у нас много сейчас. У нас минус 4. Через 10 секунд обстрел. С вами жрет его. 5 секунд обстрел. Не тут не затащил. Вот это обстрел, да? Да. Эндрега, у тебя БР на КД? Нет. Давай, вот, поднимай его. Теперь ты знаешь, что такое обстрел. Давайте бафы посови. Нас минус 5, по сути. Дяга, что ты стоишь? Выбери вертолет и бей. Он, ты ничего он не вверху. Делаешь. Давай бей. Весь инс 4К ДПС, что это такое? Да, пойдет. Ну, всю жизнь так... Представь, что он в валюарном гире. Не берите штурмовой, я потом ачивку сделаю. Давайте, вот звезду не бить.
А, вот и третья фаза началась. Четвертая фаза. Смесь первой, второй, третьей фазы. Мелики не сбьем. РДД башку. И тело. Ну, короче, весь секрет надо ставить в красной метке, когда мы убьем она дамаха. Да, заходите в красные метки. Давайте рост. Что-то по низу мы дамали. По низ, низ бейте. Низ это танчик. Да, что ли? Куда это? Да хера вы его фернули? Молодцы. Все забей на чип. Беги, малышка, за спину. Беги. Да, прятались за спину, обстрел походу. Кто там ламрап? Охуенно выбежал. Фигня, просто специально фернули. Прям под каст. Спасибо, Вар. Ну, не знаю, это кто-то был из... Голову. Да, голову бейте, только голову. Господи, я забыл про голову. Беги, малышка, беги! Подбежали от босса, шоковый удар. Все врут. Да, мне кажется, мы вайпнули сейчас на этом... Героне. Ну да, это уже вайп, я думаю, нужно прямо. Ну давайте упадем. А кто фернул моба? Можете сказать? Это... Зачем вам моб? Я не понимаю, как вы, блядь, голову не били, бля, я вообще в шоке. Ее наоборот очень быстро слили, она резнулась. А, ясно. Так мозгов нет, другие тело, части подбить, блядь, кто там бил быстро. Ну пробуйте, в тело, низ. Хотя, блин, тут минус. Беги, малышка, беги! Обычка, нахуй. Что вы? Это просто не сказали, нахуй. Одновременно слить надо, нахуй. Три части. 10 секунд. Одна часть мертвая, остальные живые, и она резает. Здесь 90% рейдов впервые в жизни пошли. Да тут из этих 90-50% были уже здесь. Не-не-не, я звонил первый раз. Почти. Второй раз. Я тогда тоже первый раз. Ну вот почему-то, блядь. Ну зато Андряга теперь знает, что надо остановиться под боссом, когда отстрел идет. И все знают, что все части тела надо слить одновременно. Три части тела. А ты что, ну вообще, я не знаю, что там, 5к у него? ГС. Шоковый удар знают. Да, шоковый удар тоже знают. Молодцы. А куда идти-то? А похуй, просто иди куда. Последний портал. На поезд. Просто иди вперед, блядь, пока не... Ну. Оказывается, голову 1.5 раза успели слить, а танчик нет. Танчик не захотели, да, подбить? Да. Там все могут с пола самого бить и голову, блять, и туловище, и танчик, и хуянчик. Самые милики достают до головы. Такая особенность у босса. Выбрал голову, бьешь. Ну да, ты прав. Что ты проверишь? Все достают. Я почему-то достаю своим медведям, а вы нет, блять. На башке не знаю. Ты же вроде сказали, милики, типа по танку, да, ну, давай, мало. Ну давай, линкани дамаг в воздушное судно. И у меня там 125 тысяч урона. Как я достану? Кушайте рыбку. Ты на колени, кстати, ты забил трэш в ловушку и мы вайпнулись из-за... Делай так больше. Ой, блядь, я на Йоксаруне.